Компания Apple признала, что ее новая операционка iOS 5 допускает быструю разрядку батарей у айфонов, на которые установлена. Эту недоработку обещают ликвидировать с помощью специального обновления системы. О проблеме пользователи iGadget'ов начали докладывать с первых дней запуска операционки. Поскольку официальных комментариев не поступало, юзеры принялись самостоятельно искать решение проблемы. Народ советовал урезать число уведомлений в верхней панели и отключать функцию автоматического перехода между часовыми поясами. Производителю понадобилось 3 недели на обработку проблемы, ее окончательное решение, очевидно, наступит в ближайшее время. Точных сроков рассылки обновления Apple пока не называет. Кстати, в апдейте будет содержаться еще несколько полезных функций. Например, прикроют дырку в защите, благодаря которой можно было запустить второй iPad в обход пароля с помощью обложки Smart Cover. Кроме того, голосовая помощница Siri станет лучше распознавать австралийский диалект английского языка. Вместе с новостями об обновлении операционки прибыли свежие слухи о следующих моделях планшетника iPad. Источники в Тайване уверяют, что в марте 2012 года Apple покажет улучшенный вариант iPad 2, который будет еще тоньше и энергоэффективней. Якобы первые небольшие партии гаджета появятся в США уже в конце этого года. А вот настоящий третий iPad будет заявлен не раньше следующей осени. В Apple справедливо считают, что смысла вводить на рынок новую модель пока нет.